В Магадане наградили волонтеров за оказание помощи населению в период эпидемии коронавирусной инфекции. Партия «Единая Россия» развернула волонтерские центры во всех регионах страны. Развитие движения активно поддерживает секретарь регионального отделения «Единая Россия», губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он поблагодарил тех, кто в период пандемии коронавирусной инфекции участвовал во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Именно волонтерское движение – движение добровольцев, которые помогают сегодня людям, попавшим в сложную ситуацию, помогают и нам здесь, на местах, решать эти проблемы. Вот ваш вклад, он мне трудно его переоценить. Спасибо вам за то, что вы делаете. К сожалению, не всех волонтеров в этот день наградили, ведь добровольцы помогают нуждающимся и сейчас, но им обязательно скажут спасибо. Работа сейчас не останавливается, продолжается, эпидемия еще не преодолена, и сотни и тысячи людей, которые обращались к волонтерам за помощью по доставке продуктов, доставке медикаментов или связывании с медицинскими организациями, получили эту помощь и продолжают ее получать в данный момент. Добровольцы из волонтерских центров начали благотворительную деятельность 24 марта 2020 года. Почти 60 активистов ежедневно работали по обращениям граждан. Они помогали врачам, разносили продукты и медикаменты пожилым пенсионерам и просто нуждающимся. Адресную помощь в Магадане и городских округах получили более 800 человек.